Итак, всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем прохождение третьей миссии под названием «Оружие возмездия». И в первой ее части нам, собственно, надо проникнуть на базу, но так, чтобы не началась тревога. Вот нам в блокноте рисуют тайный путь, по которому, собственно, мы будем проходить. Также нам нужно специальную винтовку взять. Да, и тут напоминают, последнего охранника нельзя убивать. Иначе мы ни шиша никуда не попадем. Так, рулим. Так, всех троих мочканули. Сейчас рулим забирать, собственно. Собственно, мы подобрали кольт, патрончики. Так, сейчас начинается самое веселое. Начинается самое веселое. Ну вот, ё-моё, вот так вот делать не нужно. Так, завалили мы сейчас офицера. Сохраняемся. Так. Теперь рулим так, как показано. Так, кажись, проскочили. Вон, собственно, тревожная кнопка. И вот вторая. Вот она. Но мы уже этого мочканули.
Вот. Всех мы мочканули, и никакая тревога не поднялась. Отдай винтовку. А нет, вон взяли. А у этого кнопки нет. Что это такое? Камень какой-то на могильный похож. Итак, идем дальше. Дальше, собственно, мы будем пробираться также. Ни в коем случае не допустим поднятия тревоги. Так, так, так. Рулим по секретному пути. Вот так вот. И это тоже не успел поднять тревогу. Такс. Вот так вот. Смотрим. Что мы там имеем? Один тут ходит. Там тоже расположена кнопка. И офицер. Ну, офицера я валю сразу. Ай. Плохая была идея. Очень плохая. Так. Завалили мы этих двоих, чтобы у нас не возникало проблем с тем, чтобы пробраться через секретный ход. Вон она, кнопочка. Такс. Ну, тут пишется, что в этом грузовике везут заменитель ракетного топлива В-2. Опять, как обычно, смотрим, что мы тут иметь.
валим того на вышке. Ай, не удалось. Не удалось. Мы нашли тайник. Мы нашли тайник. Берем патрончики. Патрончики теперь рулим вот сюда. Текс. Никто ничего не подозревает. Нашим проще. У этого тоже есть кнопка тревожная. Ну вот, собственно, и все. И на этом завершается прохождение первой части.